Горчик занимается в основном движением в кино, что движется, да, это телега, кран, в данном случае телега Magnum. Она многофункциональна, она может быть и телегой, и маленьким краном, на нее ставится дауджип, так называемый. Может быть нижнюю точку поставить, сюда ставится камера на ложку, там на чашку, есть разные варианты. Здесь оператор сидит. Она имеет возможность подниматься по колонне, опускаться. В движении, допустим, если нужен проезд и подъемчик, это все у нее есть. Все программируется движение. Потому что важно под нее выровнять рельсы, чтобы они были идеально ровные по, ну, в нулях, да, по уровню. Если это пересеченное место. Даже если это ровный пол, все равно надо выровнять рельсы, иначе не погнуться. Вот. Что еще? Важная профессия точка. Это плавно катить тележку по мизансцене, там, это разводится там, с оператором, с режиссером мизансцены, чтобы там иногда нужно сделать однокадровую историю, то есть когда там с помощью телеги делают в одном кадре и наезд на крупно на актеров, там, и общий план, это все как бы без монтажа можно, да. Вот, но в основном, как бы, что еще там, не знаю, сейчас, конечно. А скажите, сколько по времени ее собирать, из скольких компонентов она состоит? Ну, вот, бывает рельсы поворотные, там, если нужно что-то там сделать, облет какой-то там, допустим, цели, да, там все за столом общаются, там с восьмерки на восьмерку переехать там на тексте. Есть прямые рельсы там, да. Как правило, для натуры используют вот, большие рельсы, для интерьеров там есть покороче, там полтора метровые, метровые. Вот, что еще? Какие основные сложности работы с ней? Вот, и для каких планов она используется? В основном, а где? Сложности единственное, когда там, допустим, это какой-нибудь пятый этаж пешком тащить ее, потому что она весит 200 килограмм. Ну, как бы это тяжело, вот единственное. 200 килограмм? Да, вот пустая. Ну, вот, допустим, Magnum она разбирается, можно отдельно колонну нести, отдельно краба, да. Есть телега Panther, она не разбирается, ее целиком надо тащить. Ну, есть куча разных телег. Есть телеги Space, там, Chapman, еще куча всяких телег. Но мы в основном работаем с Magnum. Вот, потому что он самый многофункциональный, самый надежный, самый неубиваемый. И морозы любые работают, и там в сырости, и все, что хочешь. То есть он адаптирован под любые условия съемок, скажем так. Потом, что еще? Он стабилен. Почему он такой тяжелый? Потому что он для того, что он тяжелый, поэтому, чтобы быть стабильным. Допустим, сел оператор, сел сцен по фокусу, да, чтобы ну, было все мягко и движение и стабильное. То есть два человека могут сидеть на нем одновременно? Да, два человека. Ну это, как правило, раньше было два человека, потому что не было радиофокуса. Сейчас уже два человека реже садятся, сейчас радиофокус есть на камере. Но даже если один человек, все равно это как бы тяжело. Вот. А сложность профессии только в том, чтобы уметь катать по мизансцене, уметь там это выполнить задачи оператора-режиссера. И как бы бывает такое, что нет возможности сделать дубли, нет возможности сделать репетиции. Надо там, с первого раза понимать, что тебя хотят, и с первого раза как бы, сделать то, что требуется вот, по съемке.